Это было давно. Много лет пролетело, только память об этом, как и прежде, жива. Помним всех, кто на фронт уходил в 41-м и кого в 45-м не вернула война. Это было давно, 75 миновало, кто войну пережил, и найти уж живых. Только память о них все живет, не пропала, и пестрят обелиски именами родных. И девчонки, мальчишки, натянутым нервом, замерев, неподвижно стоят у огня, салютуя всем тем, кто ушел в 41-м и кого в 45-м не вернула война. Но пока на границе стоят часовые, будет жизнь продолжаться мирная сполна. Слава тем, кто ушел на войну в 41-м и кого в 45-м не вернула она. По дороге грунтовой, той, что прямо усиление, пленных с фронта в тыл вели, зимнюю порой вечерней. То в лохмотьях и грязи, рваной обуви, одежде, а в глазах стоит тоска, да чуть-чуть еще надежда. Кончился для них блицкриг, и запал прошел военный, кто остался жив тот час, стал для всех военнопленный. И теперь еле бредут по дороге меж холмами, вдоль сожженных деревень, свежих холмиков с крестами. Сквозь селения проходя, там, где люди еще жили, пленные порой к ним за едою заходили, все меняли на нее, что с собой еще имели, и в дороге по пути то, что смастерить сумели. Так и к женщине одной кто-то тихо постучался, нерешительно позвал, у крыльца все ждал, топтался и свистульку протянул. Он ей на своей ладошке по-немецки попросил горку хлеба до картошки. И тут вспомнила она все, как раньше это было, как под дулом автомата по своей земле ходила, как оставить чуть еды слезно для детей молила, как от голода родных поле рядом хранила. Как принес к ней почтальон три конверта штемпелями, то, что муж и сыновья жизнь за родину отдали. Ненависть уже прошла, все давно перегорело, от потери пустоты вся душа окаменела. Ей бы высказать ему, что на сердце наболело, как же жить теперь одной ей на этом свете белом. Не сказала ничего, чувствуя в душе усталость, сквозь которую к нему ощутила просто жалость. И нарезав каравай, вынесла ему картошки, и попить дала еще перед дальнюю дорожкой, а игрушку не взяла, дар вернув назад последний. Может, по дороге вновь где-то встретятся деревни. У немецкого солдата руки мелко задрожали, по невыбритым щекам слезы щедро побежали, губы еле сквозь рыдания данки тихо прошептали, и побрел солдат своим, где давно его уж ждали. Победить врага в бою ненависть всегда поможет. Над подверженным врагом жалость крылья свои соложит, и пока живет в народе чувство это сострадание, вынесет он все на свете выпавшие испытания. А Россия после бури, как всегда, опять воспрянет, сильно, чисто и мудрее перед миром вновь восстанет, и душой своей святою осветит миру народы, им надеждой и опорой станет в будущие годы. С праздником вас, друзья, 75-летием окончания Великой Отечественной войны!